Привет автолюбителям и пользователям автомобильного портала Drom.ru. Пару недель назад было видео о дорожном покрытии, какое дорожное покрытие используется в Японии на склонах, чтобы улучшить сцепление автомобиля с дорогой. Так вот, одно из таких покрытий, которое выглядело вроде что-то брусчатки, вызвало очень много комментариев. Одни говорили о том, что этот узор выбивается уже после того, как был готов асфальт. Некоторые предположили, что асфальт сразу укладывают, именно используя специальную форму. Неподалеку я нашел улицу, где делается именно такой узор на асфальте. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, как же японцы делают такой асфальт. Это, конечно, были бы не японцы, если бы они сразу все красиво не огородили. Так как это маленькая небольшая улица, которая не имеет большого значения, то ее полностью перегородили для транспорта, а оставили небольшой проход для пешеходов. Конечно же, выставили регулировщиков. Я насчитал около 5 человек на такой маленький участок. Они стоят для того, чтобы процесс создания разметки не мешал прохожим. Но вот как оказалось, разметку эту создают на свежевыложенном асфальте. А в данном случае утром другая команда выложила свежий асфальт, а уже после обеда, ближе к вечеру, приехала другая команда. У них на спине специальная эмблема. Видимо, это вообще другая компания, которая занимается именно декором или какими-то разметками на дорогах. Из грузовика они выложили специальный такой аппарат, печка на колесах. Она работает на газу для того, чтобы разогревать асфальт в дальнейшем, создавая данный рисунок. В данном месте участки данную разметку делают только по бокам, где ходят пешеходы. Потом сверху покрасят красной или оранжевой краской, такой, чтобы выглядело все под кирпич. Так как улица очень маленькая и рядом стоял припаркованный автомобиль, чтобы никаким образом не повредить, не поцарапать автомобиль, работники использовали специальную такую пластину для того, чтобы автомобиль не поцарапать и тепло, исходящее от данного аппарата, не повредило колеса или нижнюю часть автомобиля. Так вот, данную газовку выставляют на определенный участок, запускают, и около 1-2 минуты данный аппарат потихоньку нагревает кусок асфальта. Ну а в это время рабочие группкой стоят и наблюдают за данным процессом. После того, как асфальт хорошо прогрели, сверху выкладывается такой металлический гибкий трафарет, и при помощи специального аппарата выбивается данный рисунок. Так как асфальт очень горячий, время от времени эту машину поливают водой, возможно, для того, чтобы не перегрелся двигатель. После того, как закончилась основная часть выбивания трафарета, в местах, где не получилось хорошо выбить, к примеру, около маленького металлического водостока или около бордюра с другой стороны, сотрудники, уже используя специальный отбойный молоток, выбивают и подравнивают весь узор, чтобы все было очень красиво. В местах, где аппарат не может прогреть хорошо асфальт, к примеру, около электрического столба, здесь используют горелку ручную, горелкой нагревают асфальт, и здесь работники используют ручной такой маленький трафарет, его аккуратно выкладывают и уже молотком медленно, аккуратно выбивают рисунок вокруг столба, чтобы все было также около столба красиво и ровненько. Ну и после этого, опять же, все эти места проходятся аккуратно отбойным молотком, чтобы узор выглядел красиво и равномерно на всем участке дороги. Этот небольшой участок дороги, который сейчас вам показываю, работники делали где-то минут 15-20. После этого они переместились дальше вдоль дороги. Ну, как видите, японцы, если аккуратны, то аккуратны во всем. Даже в тех местах, где они наносят разметку, не на особо значащих маленьких дорогах, они это все делают аккуратно, тщательно, чтобы работа выглядела очень красиво. Ну а на сегодня все. С вами увидимся в следующем видео. Всем пока!